Ну, слабенькая, там 55, а вот это, ну, обычная по 80, там 13 градусов оборота. Обстановка, ну, пока тихо, вот в Днепре сейчас на работе, но пока все в порядке. Спасибо большое за подписку. А, телефон под капотом, поэтому будем мы там, я поняла теперь. Сегодня касатка просто пожар. Спасибо, Степ, спасибо большое. Но ты на зарядку вставай. 8% осталось. Обстановка. Обстановка пока такая спокойная. Так, сейчас я возьму этот пауэрбанк. Потому что у меня 8% зарядки осталось. Шина нету, не знаю. Шино. Сейчас гляну. Слышишь этот, Вадим? Если, короче, я потеряюсь со связи, ну, у меня может связь пропасть, когда света нету, обычно ее нету, я не знаю, что-то сейчас так мне везет. Ты в группе там напиши, если кто-то что-то, ну, там, Андрей, например, не знаю, что я делаю, не знает это, что света нету. Сколько тебе років? В грудні, 26 грудня, мне будет 32 года. 17 есть портфель, 17 оборотов. Приміщення орендуємо. Приміщення. Чому стало так буде? Хорошо, Марин, сделал. Ну, типа, понял, если вдруг у меня, ну, я пропаду со связи, ну, вот так бывает, когда света нет, чтобы хотя бы в курсе было. Ты уходишь или что? Или мне надо работать? Это полненькая считается или что? Телосложение. Да? Вот это Юра. Нет.
обычная, не помню. Ну, типа такая очень. Макс. Спасибо, Макс. За всякие приятники твои вот эти стишочки. Скажи ему 67 параллель. 62 параллель. Да не пойду он на улице, ты что, его выгнала? Выгнала. Я его, короче, выгнала. Он пришел здесь, у меня 20 гривен просил. Потом что-то мне тут рассказывал, такой типа новый, мне что телек был включен, что там про новости, что-то там, я говорю, иди отсюда. Ну да, я никуда и не буду, она такая обычная, типа. 65 килограмм, я вешу, мне 70 просто. Но это типа я поправилась вообще-то, летом я была 60 килограмм. Стреля, приветик. Привет, Андрей. Привет, лапочка наша. Я сразу Андрея подметила снизу. И Игорь зашел, я видела, только что вернулся. Светка, ты из Днепра? Андрей, мы тут без света сидим. Вот у меня тут вообще капец. Макс вообще стихами разговаривает. Спасибо большое за подписку. Привет всем. Приветик, привет, стрелок. Что ты там, как делишки? Мерзнешь? У меня света нет. Все нормально. Ты не кутер сюда. Не, ну это хорошо. Но мне кажется, ты никогда не признаешься. Спасибо, тебе тоже хорошего дня. Будет время, заходи. Спасибо. Андрей, спасибочки. Спасибо тебе огромное, Алмаз. Спасибо, спасибо. Прям уж не знаю, как этот. Мне хочется куча-куча всяких приятных вещей поговорить. Спасибочки. Я сижу тут, короче, капец, как бедный родственник, в темноте, в холоде. Я однажды из стихоплетов стала тварной. О, только лишь увидела тебя однажды, и я стихоплетом стала тварной. Так это ж классно, видишь, Максик, какие в тебе эти...